теплый летний вечер 1885 года. Дача Третьяковых. После чаепития на балконе все устремляются в гостиную. Суриков подходит к фортепиано. Баха, Вера Павловна, Баха, пожалуйста. Музыка вечная, как небо, завораживает. Лишь слышно, как за окнами начался дождь. Художник сидит в кресле, музыка уводит его в недавнее прошлое, в Петербург. Свинцовые тучи, ледяной ветер. По Невскому проспекту к месту казни медленно двигаются повозки с осужденными. Среди них женщина, она вся в черном. Музыка стремительно уносит его все дальше, в далекий 17 век, в древнюю Москву, в Кремль. Разметались одежды черные, бархатные, по простым, по крестьянским дровням. Высоко рука поднята с двуперстным знаменьем. Выходи, царь Алексей Михайлович, погляди на Феодосию Прокопьевну. Выходи, окаянный Ирод, где ж ты прячешься? Звенят, гремят оковы железные. За веру поруганную, да за родимую сторонушку на смерть верную идет она. Но все же не конфликт опальный боярыни с царем хочет видеть художник, а сцену всенародного прощания Москвы с опальной Морозовой, увозимой на допрос, а может быть и на смерть лютую. Тесница расступает, чтобы дать дорогу саням народ. Бежит мальчишка, скользят, удаляясь вглубь сани, оставляя за собой глубокие колеи в снегу. Это движение саней очень долго искал художник. Приходилось неоднократно удлинять холст. Снег на земле, на высоких крышах, и мягкая, чуть голубоватая дымка неяркого зимнего дня. Суриковскими картинами впервые в русской исторической живописи появляется настоящий, залитый воздухом пейзаж, являющийся не фоном, а естественной средой, в которой живут люди. Красиво, добра и набожна молодая боярня. Жаль только, что овдовела рано боярня добрая. И остался у нее сыночек Ванечка. Дан он был супругом по их молитве и явлению чудотворца Серки. Почитают боярню при дворе за светлый ум и ясный дух. Эх, кабы знала ты тогда, Феодосия, какие тучи сгущаются над Русью любимую, да над твоей головушкой. Дождь становится сильнее, но Суриков не спеша возвращается от Третьяковых домой, в село Мытищи, где на лето он снял дачу. Пройти ему надо не менее 10 верст, но это расстояние художник легко преодолеет. В это время он будет думать о предстоящей картине, будет вспоминать музыку и вглядываться в лица богомольцев, идущих ему навстречу. Thank you.
сани стремительно мчатся, врезаясь в толпу. Те, кто еще не видит лица боярыни, глумятся над ней, насмехаются. Бледное, озаренное величием духа лицо боярыни Морозовой и рядом красное лицо возницы. В этом смелом противопоставлении возвышенного и низменного художник достигает кульминации поистине шекспировской силы. Страстный призыв боярыни находит отклик лишь в образе юродивого. Именно с ним, самым обездоленным, в жалком рубище, оказалось, более всего она связана порывом своих убеждений. И в таком же грязном рубище суждено Морозову умереть в земляной тюрьме в городе Боровске. Так закончилась трагическая история боярыни Морозовой, судьба которой была бы, наверное, уже забыта, не увековечь художника ее образ в своем бессмертном произведении.